А всем привет, Садон, сегодня мы начинаем проходить Dust Elysium Tail. Начнем, наверное, проходить на самом легком уровне сложности, так и визуальном, то есть. То, что я хочу показать весь сюжет игры, а не помирать по 100 раз, при этом особо не донося вам. Я хочу донести полностью эту историю этой игры, этого персонажа и так далее. Так что начинаем. Наш мир постепенно угасает. Его великие деяния давно совершены. Его легендарные цивилизации давно обратились в прах. Величайшие легенды Элизиума давно забыты. Именно тогда земля обетованная пала в заветах войны. И в самый отчаянный час началась великая история Элизиума. Одинокий воин сражался против армии, пробуваясь путь через толпу врагов. У толпы не было шанса, а солдат не знал пощады. Но несмотря на его навыки и победы, и беспощадность, отважный воин пойдет в тот день. Не от рук толпы, а от простого ребенка. Я зачитывать субтитры не буду. Читайте сами. Мне лень, так скажем. Summoned? How? For what purpose? That I do not know. В общем, сюжет игры заявится на том, то, что мы оказываемся в каком-то неизвестном месте, к нам прилетает какой-то непонятный меч и заявляет, то, что мы его призвали. После чего прилетает хранительница этого меча и заявляет то, что мы его стызили, так скажем. И так далее. No offense, but aren't you a bit, well, small? For a guardian, I mean. Hey, I just look after that thing. After 200 years, nobody expects the sword to just fly off and start, you know, talking. I'm kind of wishing somebody told me this was part of the job description. Or maybe they did, and I just wasn't paying attention. Yeah, that happens sometimes. I'm sorry, I think I misheard before. You said your name was Fidget? Hey, this isn't about me. You're the one who's got my sword. How about you tell me your name? Calm yourself, Fidget. His name is Dust, and he is the one who woke me from my slumber. So, Fidget, then. That's me, and you're... Dust? It would seem that way, though I can't recall that name. So, what is this sword? I am the Blade of Ara, and you, Dust, are my fated sword bearer. Yes, well, that's all great and everything, but I think it's about time I got this sword back to the... I can't let you just leave with this sword, Fidget. Right now, it's the only thing that knows who I am. I don't even know how I got here. Well, then you leave me no choice. I challenge you. The winner gets. I don't have time for these games, Fidget. Indeed, time is of the essence. Fidget, you will join us. I will? Oh, well, okay then. Come, Dust. We travel east.
Да. Игра выполнена одним человеком. То есть игру создавал один и тот же человек. Что и музыку. Можно сказать, всю игру создал один человек, только озвучку. Озвучка бывает, я точно могу сказать, многоголосая, не одноголосая. То есть не один тот человек там при помощи программки изменялся голос там полчаса. Нет, это, этого не было, он, так понимаю, не знаю, или позвал кого-то, друзей там, подруг, еще кого-нибудь себе на помощь в озвучке. Потому что, ну, в принципе, что мне нравится, именно в англоязычной озвучке, так скажем, этой игры, то, что она передает достаточно... Ну, игра актеров, в общем, мне очень нравится. What is it, Fidget? Well, my kind has what you'd call a sixth sense. Ну и такая стилистика диалогов, скажем. То, что вы знаете, то, что обычно вот в 2D платформерах обычно такое делается как-то в очень интересном стиле. То есть это... Стоим и там либо субтитры, либо еще что-нибудь. Типа общаемся. Но мало как, какая, блин, есть озвучка, там еще что-либо подобное. То есть, так скажем, этот момент запускает. Какой-либо такой платформе привести в пример. Именно 2D-шный. Correction. We found a locked chest. Well, what are you waiting for? Smash it open. That would be unwise, Dust. These chests are protected by Octopus from the last era. В общем, там в основном как? Либо же видеоролик с это сюжетным персонажем. А если сайд-квест, тогда просто типа сообщение. Ну так, диалог есть, но не мой. Еще мне, кстати, очень нравятся в этой игре quick-time моменты, которые сделаны, в принципе, только на сундуках. Но они такие простые, по сути. Можно чисто нажимать на все 4 кнопки одновременно и все. При этом время не убывает, ничего тупо это, и никакой ошибки даже не считает. Но я люблю все равно правильно выполнять их. Calm yourself, Fidget. Dust. Focus. Remember what you've learned thus far. Единственное, что, кстати, мне всегда нравилось в этой игре. Но я имею в виду на момент выхода и до сих пор. То, что вот мне сама стилистика игры, блин, нравится очень. Она такая хоть и простенькая на первый взгляд, но с захватывающим сюжетом. Что в последнее время обычно в играх очень не хватает. Простого и красивого сюжета. Где мы, по сути, о персонаже с самого начала вообще ничего не знаем. Мы можем только предполагать, кто он был, что это, что с ним произошло и так далее. Во многих играх это уже, это можно сказать, чуть ли не сначала нам втолдычут то, что...
Его изгнали откуда-то, блин, там еще чего-нибудь. I think things are about to get a whole lot worse. Вот именно вот такого не хватает в играх, на мой взгляд. То, что предыдущий персонаж такого нету вообще. А персонаж ничего не известно, тут кроме того, что какой-то похожий был начальник катсцены, которая и та была интерактивной. Добро пожаловать в ваш инвентарь. На этом экране вы можете посмотреть свое снаряжение и предметы. Если ваш показатель здоровья будет низким, отображается зеленая полоска на интерфейсе. То есть, то можете положить предмет с быстрым доступом и быстро использовать его, нажав в игре LB. Обратите внимание, что контекстные зависимые клавиши отображаются внизу. Да. Пойдите сквозь момент, сохранить, что у вас прогресс автоматически сохранился. Нажмите, чтобы сохраниться вручную. Нажмите, ну, то есть нажмите вверх, блин. Тогда откуда оно пришло? Четыре раза нажать на X. Вот я могу точно сказать, то, что игра вышла на Xbox 360 и на PC. Вот за счет PlayStation 3 я ничего не могу сказать. Выходила ли она там или нет. Ну, мне как-то, в принципе, это не ахти как важно. Уходил, не уходил, главное. Главное, чтобы была игра интересная. Которую спустя даже несколько лет охотно будет переиграть. Что-то если взять любую современную игру, то мало какую хочется после первого прохождения полного перепройти ее еще раз. Ты как бы пройдешь и чисто галочку поставишь на ней и все. Hold the secondary attack to perform the dust storm, but beware, skilled as you may be, you cannot maintain the storm for long without hurting yourself. In that case, maybe I can help. Кстати, полевую бурю можно поддерживать бесконечно, если у вас стоит уровень сложности казуальная, на остальных вы, скажем, при долгом использовании будете получать дамаг, при этом полевая буря будет останавливаться. Please contain yourselves as I demonstrate. That was very pretty. Well, maybe I'll just keep the rest of my repertoire to myself. I'm sorry, Fidget. I'm sure it'll come in handy somehow. Actually, Dust, between the three of us, this could be quite useful. The dust storm can manipulate Fidget's projectile into a more powerful attack. Observe. Монстр такой. Здрасте. Как я сюда попал? Oh, by the way, every time I use my power, it'll use up a bit of energy meter. И да, на казуальном уровне индикатор энергии, он тоже бесконечен, то есть автоматически восполняется. При этом, так скажем, на остальных уровнях сложности он будет истощаться, чтобы установить его надо драться в рукопашку. Yes, Dust. Between your combos and Fidget's own powers, you can achieve a higher hit chain, which will yield bonus experience after each battle. However, if you are struck by an enemy, the chain will be broken,
and you will lose your bonus experience. All right, I think... If this is all too much for you, you can check out the help screen via the pause menu. Thanks, Fidget. I'll take a look if I'm ever in trouble. Ну что, начнем массакр. Ну, конечно же, как в любом, в любой игре, вначале мы просто вот самое слабое существо. Просто. Потом, ближе к концу, уже просто будем машина для убийств. Ну, как в любой остальной другой игре. Подобного или неподобного жанра. Ну, в основном именно подобного жанра. Причем, кстати говоря, при помощи одной атаки можно забраться туда, куда пешкодрапом фиг заберешься как-либо вообще. Почти X300 набрал. Ладно. Ключ. Кстати говоря, стоять. Так, записи, ладно. Угу, так, блин, я сейчас хочу посмотреть карту. А, ничего не пропустили, все нормально. Так, в общем. Что я хотел сказать? Насчет игры еще немножко. То, что вот если у вас есть какой-то материал в инвентаре, которого нет в магазинах, сразу его продавайте. Не катите там, не ждите, когда там у вас будет его дофига и дальше. Потому что в итоге, когда вы хотите что-то скрафтить, что-то интересное, и что-то гораздо сильнее того, что у вас имеется, а на начальной стадии игры можно при помощи одного предмета себе такой дамаг создать, что это просто будет самое мощное, что ни на есть в игре. Но я имею в виду на начальном уровне. Maybe hoping you could tell me. Oh, silly me. I seem to have dropped all my detailed maps and navigational equipment chasing after a crazy flying sword. I'm sorry I got you mixed up in this, Fidget. Well, you should be. Taking my sword, getting me in trouble. You know, now that I think about it, this isn't the first time I've seen this view. I've stood here before, in this very spot. Очень, кстати, возможно, что тут стоял. You recognize the village at the base of these cliffs? It's hard to make out from here. We'll need to drop down to the valley floor if we want to get any closer. Very well. Proceed as you wish, Dust.